Всем привет, ребят! Ну что, попробуем сегодня протестировать нашу имбу. Душика, который я вам показал, который просто нереально крутой. Дофига у него клона на битве гильдий. Правда, я думаю, что вряд ли он затащит, но попробовать, думаю, стоит. Сейчас только мы здесь поставим. Посмотрим хотя бы, как он тащит, не тащит. Блин, что за фигня? Где там наш... Поставим на него кролика. Вот такая вот сборка. У нас нету защиты от стана, вот что плохо уже. Но по-другому мы на битву гильдий выйти не можем. Так, здесь у нас вот такая вот сборка. Сюда мы поставим на подстраховочку цепа. То есть для битвы гильдий, в принципе, я думаю, больше ничего не надо. Поехали, посмотрим. 880, 890, 860. Короче, бьем всех 800, а потом остальных. Так, Анубиса вижу. Ну, попробуем через Анубиса пойти сюда. Сейчас посмотрим, как зайдет. Так, Анубис подошел. Отхила не вижу. Недомогание срабатывает, видите? Вот, наконец-то пошло. Пошла жара, ребятушки. Я себя сюда перекину сейчас. Нереально крутой герой. Не знаю, что вам сказать. Вот что на это вы скажете, ребят? Я не поставил сюда цепа, я поставил сюда кролика, потому что с цепом я не знаю. Лучше добивать, конечно, будет. Ну, да ладно, в следующий сейчас посмотрим, какие там противники. Ну, посмотрите, что делает. 53%. Ну, сейчас, конечно, если попадут, видите, домогание срабатывает, скорее всего, что на Анубисе. И сразу же фуловый отхил. 62%. Кто бы думал, что можно будет просто душиком бегать, вот так вот проходить битву гильдий. Это просто жесть, ребят. По 300к всаживает. Я офигею. 88%. Да уж. Минута 33, в принципе, я думаю, он бы добил по яйцепам. Да он и так добьет сейчас, наверное. 100%. 100% душегу. Соло, блин. Это просто аут какой-то. Но вот скажите, что это реально не ба. Айджи, что вы делаете? Я не знаю. О чем вы думаете, когда вы создаете эти таланты? Ну, это просто аут. Так, Фрейка есть. Ой, интересно, сейчас, кстати, будет затестить против Фрейя. Ух ты. Нет, тут жестко. Против этого вряд ли мы затащим. Очень много ударов. Очень много урона. Тут вариант попробовать зефирку. Сейчас попробуем такой вариант. Не, видите, его сливают. То есть здесь есть землеройка. Здесь есть... Кто там у нас? Я не вижу этот скилл. Ворожея срабатывает. Землеройка. Фрея сразу же активирована. Космо. Ворожей. И зефирка. Ну, то есть тут ничего не сделаешь. Тут герои с воодушевлением. Тут, к сожалению, он тащить... не будет. Но зефирка в такой сборке тащить будет однозначно. То есть, хотя в принципе там топа тоже прошли, там тоже серьезный топ, 30-е прорывы, все дела, но видите, не везде душ тянет, но сейчас попробуем дальше еще против других. Не обязательно, конечно, бить топов, можно и других попробовать. Но у героя очень много уклонения, я не знаю, в забытой битве на такого попасть. Это все. Ч
Что-то как-то аж подвисает. Не знаю, что это с игрой. Так, что у нас тут? Тут у нас та же самая картина, ребят. Ну, против таких вариантов, к сожалению, он не прокатит. Давайте попробуем что-то попроще. Не обязательно бить там топов. Вот стрелок есть. Интересно будет против стрелка посмотреть. Так, смотритель ударил. Сразу же отхил пошел. Не. Эти землеройка, блин, все портачит. Вот реально, из-за землеройки мы не можем, землеройка его блокирует. Ну, плюс, конечно, у некоторых есть недомогание, она тоже блокирует. Герой мы без инвиза играем. Тут тоже землеройка, вот смотрите, даже здесь я выкину, его сольют. То есть против такого варианта, где землеройка есть на базе, конечно, нереально. Ну, мы сейчас попробуем других топов найти. Блин, везде землеройки, но вы издеваетесь, походу. Видите, он молчание дает и все. И от него вы, ну, ничего не сделаешь. Попробуем кого-то другого. Везде. Попробуем через Анубиса, давайте. Так, отхил пошел. Ну, видите проблему? Стан. Станется немножко, ну, когда попадает. Но в основном не попадает, но... Конечно, со станом печаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 6. Я офигею, насколько герой, блин, простой. И посмотрите, как он. Ну, сейчас его завалят. Тут столько ударов. 48%. Давайте попробуем где-то с другой стороны забежать. Со стороны где-то Фрейя. Но все равно, вот сама суть, что мало кто из героев топовых так сможет держаться. Вроде казалось бы, его сейчас сольют, и только фига себе, на максимум отхил. Да, боится стана, видите, вот. Проблемка. Но все же, он выбивает 50%. То есть он налегке выбивает 50%. Это о чем говорит? О том, что можно его свободно использовать на битве гильдий. Ну, конечно, такую сборку сложно сделать, но посмотрите, что он творит. Жесть. Практически слили, и он сразу же отхилился на фул. Блин, нравится мне этот герой, конечно. Обалденный. Ну, то есть, пройти, я же говорю, пройти сейчас любого топа, это не есть проблема. Так, что тут у нас? Стрелок. Фрэнки есть. Ну, давайте попробуем где-то здесь через Фрэнки запустить. Видите, очень много ударов. Смотрителя. Вот самое худшее это смотритель. И надо думать что-то с защитой от стана. То есть, стан, он станется очень. Так, тут у нас землеройка. Я не бью топовые, я специально для вас тестирую, показываю, как герой себя. О, кстати, давайте попробуем вот такой вроде. Он сейчас кого-то, ну или меня, может, даже проходит. Поехали, попробуем через огника. Недомогание сработало. Вот посмотрите, сколько миссов. Огник, блин. Донатный герой. И нифига. Ну, не знаю, вот что-что, вот душек, я показал вам обзор на него. Он реально оправдывает себя в такой сборке, как никто другой. Я многих героев перетестировал, но, блин, такого, как он, мало кто способен сделать. Вот смотрите, сейчас даже я выпущу сюда. Казалось бы, Седна, да, там топовый герой, все дела. Ай, мы души корестнули. Ну ладно, то не страшно. Выпустили мы Седну. Посмотрите, что они вдвоем чудят.
Короче, не знаю, нравится мне душик. Можно им свободно танковать. Фрея там бьет. Ну, конечно, у него жизни очень мало, все, его слили. Нафиг, жизни у него мало, тут даже спору нет. Но то, что он делает, это, конечно, нечто. Надо будет попробовать с ним попроходить подземки, посмотреть. Потому что то, что он делает, это, конечно, Unreal какой-то. Это единственный герой, который тащит подземки. Который не убивается там и может выстоять 3 минуты. Вот посмотрите, сразу же отхил на фул. Там 800к, до ляма он себя хилит. Ай, побежал он в центр, к сожалению. Но все равно, держится он чудесно. Попробуем все-таки не через огника, не через лазулю. Ну, видите, некого выманить. Если одного героя вытащить, он просто бежит в центр, а там все герои стоят. Так, ну давайте посмотрим, может тут что-то интересное есть. Ну вот, отлично. Побежали, попробуем зайти через Фрейку. Ой, что-то я Кинди выпустил. Вот Кинди сейчас интересно будет тоже, кстати, посмотреть. Два героя с уклонениями. Плюс Кинди дает еще дополнительно уклон. Это просто аут, ребят. Посмотрите, что они творят. Вот Смотритель единственное, что ударил только что. Это просто... просто пипец. IGG, спасибо за этот талант, вы окончательно убили игру. Ну, я имею в виду локации, которые, ну, вот, таким вот образом. Это дисбаланс, судя, потому что вы видите, ну, так не должно быть. Каждый герой должен быть какой-то, это просто сделали из говна имба героя, благодаря одному таланту, там, эмблеме. Да, он прокачан на максималку, но, блин, тут посмотрите, какие герои максимальные. Которые просто всегда просто стычки его сливали, а тут, ну, просто стоишь и нифига не делаешь, он себе соло тащит. И чем больше по нему попадают, ну, тем больше он уклоняется, я имею в виду, чем больше он уклоняется, тем больше шанс от хила. То есть он себя хилит, и ему все пофиг. Качайте прорывы, не качайте прорывы, качайте здания. Это все равно не спасет. То есть... ну, не спасает. Это я использую даже меньше половины героев, которые, которых можно сделать имбо героями. Вот так вот, ребятушки. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Такая вот битва гильдии. Я не проходил топов, я специально просто зашел затестить душегуба, и он реально порадовал. Это нереально крутая имба получилась. Посмотрите, мы набили 14 тысяч сразу же. Вышли на второе место. В общем, вот так вот. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.